«Транснефть» – крупнейшая в мире трубопроводная компания. Около 70 тысяч километров нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, как кровеносные артерии, пронизывают страну. «Транснефть» – одно из самых энергоемких предприятий. Более 500 нефтеперекачивающих станций и более 2500 насосных агрегатов, обеспечивающих транспортировку нефти – это сердце системы. Энергосбережение в приоритете компании. Для устранения технологической зависимости от иностранных поставщиков оборудования в 2016 году был открыт завод «Транснефть нефтяные насосы». Это совместное предприятие с термомеханика «Помпа Италия» и «Конор». В день открытия, 25 апреля 2016 года, заложен и первый камень в основании нового предприятия – «Русские электрические двигатели». Еще до старта строительства была поставлена задача сосредоточить здесь самые передовые в мире технические решения. Партнером в трансфере технологий выступил один из мировых лидеров – компания «Нидок Аси», Италия. «Русские электрические двигатели» – это завод полного производственного цикла, от проектирования до сборки и испытаний. Абсолютно новые для России технологии позволяют воплотить в жизнь современное оборудование. Уникальный токарно-фрезерный центр. Комплекс лазерного упрочнения и напыления. Самый современный обмоточный комплекс. 7-осевые изолировочные роботы. Линия вакуумно-нагнетательной пропитки. Балансировочный комплекс. Специалисты компании «Нидок» приняли активное участие в пусконаладке завода и испытательного центра. С открытием завода «Русские электрические двигатели» завершена 4-летняя работа по локализации производства насосного агрегата в городе Челябинске. Среди участников проекта – 4 российско-итальянские компании. Применение продукции возможно в судостроении, проектах СПГ, ветрогенерации и транспорте.